Я так полагаю, в твое время еще не было дверей? Конечно, были. Через них мы заходили в дом. Это называется сарказм. Где ОМОН? Вы нашли его? Нет, но скоро найдем. Его похитители будут страдать. Может, от них будет толк? Что вы сделали с моим сыном? Адриана, я уяснил, что в современном мире нельзя обижать наших узников. Начнем с самого простого. Кто-нибудь из вас умеет летать? Черт! Скажите, что сделали с ОМОНом? Тебе лучше не отпускать наших заключенных. Я не собираюсь их отпускать. Я отпущу только одного. Выживет тот, кто ответит первым. Где он? Я не знаю. Он в шахте в пустыне. Я могу показать! Да он прикалывается. Ты сказал, что их нельзя обижать. Это был сарказм. Ну, технически это была простая ложь. У Интерганга есть шахта в пустыне, а он там. Я же просил прекратить убивать людей! Они вполне себе живые. Потому что я их спас. Я специально дождался, пока ты прилетишь. Я получил то, что хотел, и никто не умер. Я сделал все правильно. Я знаю, что в свете произошедших событий все перепуталось. Ты считаешь себя героем, но ты бы отпустил всех этих преступников, зная, что от их рук пострадают люди, если мы не прикончим их сейчас. Герои не убивают людей. А я убиваю.